15 июля в актовом зале Измаильского центра эстетического воспитания состоялась премьера музыкальной сказки о доброте и всепрощении «Необыкновенное превращение» по пьесе измаильской поэтессы Русланы Головащенко. Ее подарили измаильским ребятишкам дети отца Максима Лобанова, настоятеля церкви Святого Ильи, и матушки Марины Лобановой, регента-псаломщика клироса этого храма. Истории о Буратино, о дне рождения Мальвины и злом волке, собиравшимся испортить детям праздник, и о том, что прощение делает людей сильнее, а базовые знания Библии открывают глаза на мир всепрощения и очищения, заворожило юных зрителей. Костюмированная сказка, исполненная талантливыми детьми, хорошо отрежиссированная Мариной Лобановой, пришлась по душе и взрослым, и детям. После спектакля сказки Марина Лобанова провела с детьми конкурсы и подвижные игры с танцами под музыку и всевозможными хороводами. А затем ее дети дали на бис мини-концерт из любимых ими песен. На представлении присутствовала и автор сценария музыки к песням Руслана Головащенко, которой очень понравилось, как воплотили в жизнь ее замысел талантливые дети семьи Лобановых. Оксана Карслиян, веб-студия «Курьер».